Всем привет! Приехала очередная посылка с ножами, вот, но она не столь радостная, как я хотел бы, чтобы она была, потому что все затеялось ради ножа Zero Tolerance 0562. Вот, на него были только предзаказы, то есть надо было заказывать и ждать, но я, скажем так, не дождался, короче говоря, ждал 2-3 месяца и пришлось попросить, чтобы отправили посылку без этого ножа. Но все затеялось ради того ножа, а все остальное докупалось как бы в нагрузку к тому ножу. Zero Tolerance 0562. Ну, посылка, как говорится, пришла все в целости, сохранности, но здесь есть акт, в котором сказано, что вес отличается. Заявленный 1,3 кг, фактически 1,1 кг. Но в данный момент при покупке этого магазина постоянно как бы встречается. У них, видимо, с весами проблемы. Так что я думаю, здесь все нормально. И начнем открывать. Так. Да, жалко, конечно, что я все-таки не получил 0562 модель. Если кто-то из моих подписчиков планирует что-то заказывать в США, магазин KnifeWorks, то я могу еще раз как бы попытаться заказать этот нож. Доставку сделаем пополам, так что если кто-то хочет заказать, ждет как бы напарника, чтобы доставка была дешевле, может писать на mail. Может быть, вместе что-нибудь туда закажем. Потому что я все еще хочу этот нож. Я планировал купить в другом магазине. Уже кончилось терпение, но в другом магазине как бы тоже получились какие-то проблемы, и в итоге я ни тут, ни там его не купил. Так, ну, упаковано, как всегда, этого магазина в белую бумагу. Так, больше ничего нету внутри. Раз куча мусора, видимо, нормально так тряслась посылка по дороге. Дошла быстрее, чем обычно, дней за 10, может быть. Это, наверное, у нас здесь накладная. Да, новый инвойс, который не содержит в себе нож, который я хотел получить. Ну, на самом верху у нас лежит вот такая вот, не помню, как называется, какой-то сет, типа, короче говоря. Это на Enduro 4, лайнеры и все такое, винты, как бы, короче, ремкомплект, который я пущу для работы, потому что на Enduro я всегда примеряю накладки на лайнер, то есть, ну, в сборе. Это как бы для работы пригодится. Так, это все на десерт оставим. Здесь также я взял вот такой вот наборчик. Это набор у нас лимитированная версия от Кершика, в котором лежит Фарифол и еще какой-то, ну, уже не помню модель, если не написано. Вот. Я их взял с целью, может быть, потом продать, как бы у меня Фарифол есть. Посмотрю, может, продам один из ножей. Вот. Ну, пока не решил, короче, может, в подарок кому-то. Такой вот limited edition 3-piece. Так, ну, потихоньку переходим к ножам. Здесь у нас серая коробочка, тоже очень серьезный ножик, handle with care. Модель у нас здесь вот такая вот, Griptilian MDP M390 552, модель. Нож очень классный, давно хотел, но как бы не очень хотелось оставлю S3C, и тут опять KnifeWorks порадовал нас своей эксклюзивностью, и я смог приобрести этот нож. Как бы это утешение от того, что у меня нету 0562 Zero Tolerance, и там и тот сталь M390, и тот, и этот шикарные DC-шники. И здесь у нас вот такой вот ножик
от Дугритера или Дугритер. Вот, я думаю, будет смотреться шикарно с моими накладками. Примерять все это дело будем попозже. Это такой вот идеальный DC-шник. Вот, я планировал как бы взять два ножа, этот и тот Zero Tolerance, и как бы снять обзор, мое мнение и мои лучшие DC-шники, то есть идеальные DC-шники, так как, по моему мнению, как бы сложилось уже такое мое видение, и думал вот поснимать, показать, что я считаю, что я думаю по поводу лучших DC-шников и что я считаю лучшими DC-шниками. Но видос обломался. И последняя коробочка. Здесь у нас фонарик, тоже такой DC-шник каждодневного ношения, маленький, компактный, работает от одной батарейки, Феникс LD09, у меня до этого Феникса не было, я решил взять, посмотреть, что за супер ножи, вернее фонарики, потому что все хвалят, как бы одни из лучших. У меня есть брендовый LED-линзер, но хочу карманный тоже. И вот вторая коробочка, вот такой вот нож, уже, можно сказать, старый боец в линейке Zero Tolerance. Этот нож скорее я заказал для работы, потому что большой спрос на этот нож, на эти рукоятки. Нож мне, в принципе, так не нравится, скажем так, визуально. Ого, какой он тяжелый. Тяжеленная ножара. 0550 модель от Zero Tolerance. Большой, плотный, крепкий, но довольно-таки маленький. Ну или в моей руке он кажется маленьким. И плюс еще мне интересно было посмотреть на сталь S30V. Кстати, он уже без сухаря у нас. Это еще из старой партии, по ходу дела. Серийный номер 2614. Вот я знаю, что сейчас Zero Tolerance выпускает сухариками. Они все идут сухарями. В данном случае у меня здесь без сухаря заходит на самое начало. Вот, так что я думаю, у меня такой вариант из стареньких. Клиночек по центру. Дизайн Рика Хиндерера. Вот такие вот рукоятки, которые я планирую видоизменять. Ага, здесь даже под пальцем такой. Небольшая выборка есть. Я уже смотрю не как просто там нажиман-любитель ножей, а еще и как производитель накладок, скажем так, скорее как дизайнер уже. Да, вот такие вот ножи пришли. Вот. Хотя я не буду спешить отключать видео, потому что я еще не открыл фонарик. Потому что здесь я, наверное, больше всего ждал вот этот уже и вот этот, так как моего любимчика не оказалось в посылке. Обидно. Так, надо вообще, у меня была идея как бы при покупке этого фонарика в том числе сравнить с китайскими $3, потому что на сегодняшний день лучший фонарик из всех, которые у меня есть в плане работы, это, конечно, китаец, который никогда не подводит. И мне интересно посмотреть, все-таки стоит ли платить $30, может больше за этот брендовый, или все-таки китаец, не брендовик, его сделает. Ну, фонарик реально маленький, в сумочке он будет смотреться как надо. Кнопочка жесткая. Ну, вот такие вот теперь можно уже заканчивать и видео. Вот такая вот посылка. Всем спасибо, всем пока.